Я планирую 1 марта прилететь. Ждем, чтобы люди пришли и отдали голос за президента. Мы вас поздравляем с праздником. Подарки. А вот подарки. Выполнили свой костюмный долг. Каша вкуснятина, обалдеть! Молодцы! Умнички! Умнички! Я считаю, что нужно ходить на выборы. Я люблю Россию, мне здесь хорошо, жизнь прекрасная. Это же наше будущее, и, в общем-то, смешно отказываться от своего балла. В воскресенье состоялось главное событие в стране – выборы президента. Сейчас обработано 99,5% протоколов и есть предварительные итоги. Большее количество голосов россияне отдали вице-премьеру правительства Дмитрию Медведеву.